Результаты тестов на COVID-19 можно будет получать через единый портал госуслуг в личном кабинете пользователя. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода. Также в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Новый механизм сэкономит время при получении результатов, а также снизит количество поддельных справок.